Праздник в честь Дня знаний состоялся во Дворце культуры Нижнетагильского металлургического комбината. Его участниками стали первоклассники и их родители, работники градообразующего предприятия. Сегодня начинается такой большой и длинный поход со знаниями. Этот поход сложный, долгий и, наверное, где-то там он интересный. Порой с разочарованиями. Но это поход за теми знаниями, которые потом будут нужны в жизни. С напутственными словами к собравшимся обратились управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев, председатель первичной профсоюзной организации Владимир Радаев. Как пример для главных героев праздника прошло чествование семей металлургов, дети в которых окончили в этом году школу с золотыми медалями. Первые лица вручили им благодарственные письма за заслуги в воспитании. Силами артистов дворца для гостей организовали развлекательную программу. Последние годы много вкладывается для того, чтобы обновить учебное заведение. Этого не было давно. И вот на самом деле сегодня много делается для того, чтобы получить хорошие знания, хорошие навыки. Поэтому вам удачи, не болеть, не горчать дедушек, бабушек и мам с папами. Счастья вам, успехов!